Всем привет! Ребята, самое время пришло, чтобы анонсировать конкурс, который я провожу в своей группе ВКонтакте. И сейчас я хотел бы вам показать, как в нем поучаствовать. Я же обещал вам всякие розыгрыши, конкурсы и так далее. Вот теперь хочу напомнить об еще одном. Итак, у меня в группе ВКонтакте э, vk.com.zерctv э, есть довольно много анонсов, они часто выкладываются практически каждый день, но самые интересные, как правило, закрепляются сверху. Либо это розыгрыши от GTA, от моего спонсора, либо это мои личные розыгрыши. И вот сейчас идет как раз очередной конкурс от меня. Здесь краткая информация о том, что я участвую в конкурсе стримеров. Надеюсь, вы об этом уже в курсе, если нет, почитайте повнимательней. Если у вас, если у вас уже есть ключ по второму StarCraft и тем более по Legacy of the Void вы можете все равно репостнуть эту запись и просто Поддержать стримера. А если у вас ключа нету, то это новость специально для вас. Здесь разыгрываются целых три ключа по второму Старкрафту: полноценных с компанией, с сетевым режимом, с совместным режимом, с архонт режимом, со всеми режимами. Обычный лицензионный ключ по второму старику. Для этого нужно быть участником моей группы. Не забывайте в нее вступать, чтобы не пропускать анонсы. Для этого нужно подписаться на стрим на Good Game. желательно, чтобы они пропускать стримы, и для этого нужно здесь все прочитать. Ну и, конечно же, сделать репост, для того, чтобы потом среди тех, кто нажал эту кнопку, я мог специальным рандомайзером выбрать прямо на стриме 21 числа, вечером, где-нибудь часам ближе, наверное, к 9, точно не знаю, анонсировать трех обладателей и победителей этого розыгрыша. Для, вам для этого деньги платить не надо, вам нужно просто поддержать канал лайком и репостом. Ну, точнее, репостом, потому что лайк ставится автоматически. А, в этот же день будет разыгрываться много премиум-ключиков для тех, кто у нас сидит на трансляциях на ютубе. Точнее, для тех, кто подписан на мой канал на ютубе. Спасибо и участвуйте, пожалуйста, в этих конкурсах от Зерк ТВ. Увидимся на трансляции. 21 марта.